Героиня новой коллекции Blue Girl очень элегантная девушка, которая много путешествует по миру. Поэтому мы решили создать такой минималистичный образ. Уложили волосы максимально гладко, так, чтобы они прилегали к голове. Прическа идеально аккуратная, ни одной выбивающейся пряди. Также мы сделали легкие волны, текстура волос блестящая. Вот и все. В этом сезоне мы создаем образ отважной путешественницы. Мы решили попробовать все новое. Новое – то уж неожиданный выбор палитры. Тон кожи идеально свежий. Думаю, именно такой непринужденный макияж подходит девушке, которая путешествует по миру. Всем привет, меня зовут Летиция. Мы находимся за кулисами показа Blue Girl. Я выйду на подиум в черной юбке, черном жакете, легкой белой блузке и белой шапке. Мой образ – очаровательное платье из оранжевого бархата. Платье декорировано рюшами, они украшают рукава и подол. Образ дополнят потрясающие открытые туфли на шнуровке. В них очень удобно, несмотря на высокий каблук. Я восхищаюсь стилем Blue Girl. Создавая коллекции для этого бренда, креативный директор Анна Малинари будто перевоплощается в совсем юную девушку. Стиль Blue Girl юный и свежий. Дизайнер сохраняет верность ДНК Blue Marine. Коллекции Blue Girl столь же женственные и нежные, но чуть более игривые и легкомысленные. Вот что отличает Blue Girl. Стиль бренда энергичный. Первые образы новой коллекции выдержаны в стиле дэнди, также чувствуется влияние викторианского стиля. Девушки выйдут на подиум в черных и белых платьях. Жабо и рюши, сапоги, как у стражей королевы. По-моему, все это выглядит весьма интересно. Во второй части коллекции находит отражение моя любовь к России и Санкт-Петербургу. Отсюда длинные пальто и шапки. Кстати, они сделаны из экологичных материалов. Обратите внимание на цветные вставки. И, наконец, заключительная часть вдохновлена Италией, Римом и Миланом. Поэтому девушки выйдут на подиум во всевозможных черных платьях из кружева, богато декорированного вышивкой. Элегантные наряды придают коллекции особое настроение.
Я в восторге. Коллекция воплощает уникальную эстетику Blue Girl. Мы увидели свежие, легкие и романтичные образы, восхитились мастерством дизайнера, который всегда отражается в каждом наряде Blue Girl. Очень нежная коллекция. Мне нравится, как Анна Малинари интерпретирует ключевые тенденции сезона. По-моему, мы только что увидели квинтэссенцию стиля Blue Girl. В коллекции отражены все знаковые коды бренда.